Привет, сейчас я буду писать. Просто буду тренироваться самостоятельно. Буду использовать вот эту кисть для акрила и тоненькую кисть. Цветы буду сейчас к ней писать. Пытаюсь. Получится, нет. Так. Значит, сначала, наверное, сделаю фон. Фон пускай будет акриловым. Небрежно так делаю. Акриловый фон. Сплошным оттенком. Подарю маме картину, если получится хорошая. Так, ну ладно. Фон навел. Теперь, значит, зеленый с белым смешивается активно. С желтым. Слишком много. Слишком как-то я лихо. Лихо дал. Нет, это должно быть белое. Белое должно быть здесь. Желтый с белым.
не очень хорошо. Белый. Я его сюда заносим. Желтый. Сюда. Желтый, белый. Короче, фигня получилась. Фигня вышла. Ладно. Вторую попытку сделаю. Современное искусство. Начинаем. Желтого наваливаем. Синий фон просто сделаем. Все. Получились такие две экспрессивные. Пожалуйста, я занимаюсь, чтобы зарабатывать на этом. На чем? Картины пишу. Саша, ты сходи, потом пиши. Сейчас, пожалуйста. Сейчас схожу. Магазин закроется, аптека закроется. Сейчас я схожу. Я написал твои цветы. Я должен заработать каждый день над картинами. Понимаешь? Хорошо. Поработаешь потом. Сходи сейчас в магазин мне. Купи мне все, что мне надо, потом работай, что как хочешь. Хорошо, иду. Я только с сада пришел. Не хочу.
Не хочу. Не, не. Сейчас фото рисунки. Письмо, точнее, картины, письмо называется. Письмо по бумаге, по краске.